Добрый день, уважаемые подписчики. Сегодня у меня автомобиль Lexus IS-250 2007 года выпуска. Двигатель 2,5 бензин, автомат, задний привод. Пробег на автомобиле 170 тысяч километров. Заменю на нем переднюю левую шаровую опору. Застучала именно не шаровая, а застучал рулевой наконечник. Но рулевой наконечник с шаровой идет в одной планке. Поднимаю автомобиль, снимаю левое колесо. Поднял автомобиль. Вот шаровая опора, вот рулевой наконечник. В одной идет. Сейчас попробую, если будет слышно. Вот этот стук с наконечника идет. А на колесе он еще больше передается. Откручиваю, снимаю шплинт, откручиваю наконечник, снимаю шплинт, откручиваю шаровую, потом откручиваю ее от цапфы и съемником сдерну. Хотя съемником здесь не получится, потому что гайка до конца не выйдет, она упрется. Все получится. Откручу, приопущу и сниму. Немножко грязь собью. Ключик на 19. Одеваю съемник. А вот теперь снимаю этот шплинт. Не хочет. Грязи просто забился. И также головка на 19.
Ну, теперь откручиваю ее от цапфы. Головка на 19. Это затянуто. Ну и цапфу немножко в сторону убираю. Так, здесь побольше съемник нужен. Так, шаровую, наверное, поймать не успею, но попробую. Упадет на пол. Чтобы она падала, гремела. Я здесь шплинт просто вставлю. Она на шплинте повиснет. Вот так вот. Вот это она сидит. Возьму, наверное, молоток маленько стукну. И шплинт не помог. Вылетела и шплинт срезала. И шплинт с одной стороны замяла, с другой срезала. Вот это сидела она. Ну что, беру новую. Новую опору фирмы Sidem заказали. 45-292. Это левая сторона. Вот, шплинты здесь новые. И прокладка под шаровую сюда новая. Гайки тоже новые.
колпаки снимаю. Но проверять наличие смазки я здесь не буду. Вот это вот колечко, оно отсюда под опору, чтобы пыльник по ней ходил, а не по рычагу. И все же я снял здесь колечки металлические снаружи, пыльник полностью снимать не стал. Вот так вот его отогнул в бок, а смазки-то мало, совсем мало. Палец голый, если вот видно, камера если передает. Здесь я уже добавил смазки, просто беру шприц, заталкиваю и по кругу немножко добавляю смазки под пыльник. А вот теперь смазка там точно есть. Ставлю на место колечки и устанавливаю. Все, колечки на место одел. А, забыл. Теперь гайка на 22. Все, шаровые я прикрутил, одеваю и наживляю цапфу, здесь направляющие. Дотянул уже ключом. Так, здесь шплинт отсюда.
Вот и все. Шаровая установлена, наконечник установлен. Здесь затянуто. На этом замену передней левой шаровой опоры я закончил. Всего вам доброго.